Добрый день, вечер или утро, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, а может даже доброй ночи. Вы слышите Лёшу Халецкого, это канал «Лёша играет». Кстати, подписывайтесь, и вы видите третье видео из моей серии дуэльных игр. Я участвую в турнире, напоминаю, уже дошел до 1/4 финала, и сегодня буду играть против GQL Radio, китайского любителя цивилизации. В прошлый раз я против сингапурца играл, теперь против китайца. Хотя, по идее, это вроде одна народность хань. В любом случае, азиатские компьютерщики, вы же знаете, очень сильны в онлайн-играх, так что и этот соперник очень силен, причем я против него уже играл несколько раз, правда, не дуэли, а групповые игры, когда несколько человек. Но в этот раз дуэль. После выборов, после вычеркивания нации осталось три нации: Турция, Голландия и кто там еще был, боже, и Швеция, да. Так как я первый выбирал, я выбрал Турцию, а мой соперник Голландию. Причем он сказал, что две предыдущие его игры, это интересно, у него были за Швецию против Турции. То есть он уже будет сейчас третий раз в турнире, третий раз подряд играть против Турции. И поэтому он решил выбрать Голландию, потому что Швеция ему уже надоела. Ну, это так, лирическое отступление. Ну, я вот смотрю на таймлайне, что все записанное видео нашей партии занимает 3,5 часа, и поэтому я решил вот это видео полностью вам не показывать. Потому что это очень длинно, и тем более, что развитие, в принципе, свое развитие я вам показал в прошлых двух видео, и на нем останавливаться опять заново нету смысла. Я не знаю, о чем вам говорить в этот момент. Поэтому давайте сократим, я вам буду показывать только ключевые моменты игры. И мне почему-то кажется, что это тоже растянется на большой промежуток времени. Ну вот, вы видите мое стартовое место. Здесь, вот я вам в прошлых двух видео говорил, что в дуэли надо играть через волю. Ну, точнее, мне так кажется, что надо так делать. Но вот в данном случае даже само место не предполагает никакого развития через традицию. Всего лишь две клетки рядом с рекой и больше вообще никаких ресурсов, которые дают еду. Здесь без вариантов воля. Ну, можно уже после первого хода смотреть на демографию. Угу. У него меньше еды, но больше производства. То есть он, в отличие от меня, видимо, решил как можно быстрее построить скаута. Поставил жителя на молотки. Ну, не знаю, как... думаю, на два молотка, судя по всему. И строит быстрее скаута. А я, как видите, отжираю пока столицу и строю монумент. Ну, сейчас я буду в столице монумент строить, потом скаут, потом еще одного скаута, возможно, амбар, и идти по общественным институтам к бесплатному поселенцу через республику, искать, естественно, исследовать карту. Вот давайте перенесемся к моменту, когда я найду своего соперника. Итак, видите, вот слева от моего скаута неоткрытый город-государство. Я сейчас как можно быстрее пытаюсь к нему подойти, но мне дают только 15 золотых. Это значит, что его уже открыл мой соперник. Значит, где-то он рядом с этим городом. Давайте искать. То есть, ну, собственно, по количеству золотых, которые дает вам город-государство, вы можете понимать, открыл его кто-то раньше вас или нет. Вот видите, справа на карте там город-государство, который я открыл. Мой соперник где-то слева должен быть. Ага, не вверху уже. Значит, где-то слева от города-государства. Потому что, вот, судя по всему, это вся территория моя. Замечательно. Руины вместе с варварами. Руины – это тут что-то вкусное. Варвары отслюнявят немножко денежков за свое убийство. Все полезно. Вообще, это мой знакомый варвар, Соломон Израилевич. Вот мы с ним недавно обсуждали, почему в новом аддоне New Brave World опять не будет еврейской нации. Ну, я не знаю, Соломон Израилевич – это
не ко мне вопросы. Ну, он так зашел ко мне, говорит: Леша, так и заходите, я вам дам 16 золотых, вы, главное, разграбьте мой варварский... Не знаю, что. Какой-то... Кстати, вот что это считается в ЦИВе? Это форт какой-то варварский? Не очень хорошие руины нашлись. Ну, я, честно говоря, вот не очень люблю, когда мне дают из руин более совершенного юнита, хотя бы дали лучника, а то копейщик совсем как-то вообще не очень прикольно. Ну, ладно, неважно. Так вот, мы там исследуем скаутами город-государство, и вы посмотрите, что происходит. Похоже, между мной и соперником узкий перешеек в три тайла. И чтобы мне добраться до соперника, придется выносить город Сидней, иначе никак. Ну, либо мой соперник его вынесет, если ко мне пойдет. О, кстати, в Сиднее только что рабочий родился, это очень хорошо. У меня вот как раз второй скаут к этому городку подходит. Сейчас город Сидней практически безвозмездно пожертвует рабочего по имени Данди. Так, где же Голландия-то? А вот она. Вот она, варварами обмотана. Замечательно. Точнее, не, замечательно, что мы ее нашли, а вот проход к ней очень незамечательно. Значит, как вы понимаете, главной целью этого этапа игры, видимо, будет захват Сиднея. Но надо еще все-таки выяснить, если Амстердам будет на берегу находиться, то нам крупно повезет, потому что, напомню, у турков уникальная способность в 3 раза дешевле содержания флота. И если столица Голландии на берегу, что, кстати, может быть, потому что у них же тоже есть уникальный юнит Капер, их голландский, типа морской юнит, поэтому игра иногда располагает Голландию на берегу. Так вот, если Амстердам на берегу, то я быстрым шагом пойду к флоту и буду его с моря брать. Так, смотрим. Нет, к сожалению, Амстердам не на берегу. Это очень жалко. Ну, сразу объявляем войну, чтобы потом не было никаких... Ну, все понятно. Значит, у нас впереди расселение. Я думаю, вот города 4 мы как бы на нашем полуострове поставим. Захват Сиднея. И из Сиднея мы уже будем грозить голландцу. Тем более, что от Сиднея до его столицы довольно близко. Ну, давайте уже, наверное, тогда дальше перенесемся. Так, плюс 5 ходов. Видите, я уже своего первого поселенца веду. Поселяться. О, целых 3 ресурса лошадей. Какое замечательное место. Так. А мой соперник в это время отгоняет моих скаутов. Видите, у него копейщик, но это явно он тоже в руинах нашел усовершенствование юнита. И 2 моих скаутов не пропускает по этому перешейку пройти дальше и посмотреть, что там интересного. А вот выше, видите, выше его столицы, открытая территория, там я не смог пройти, потому что варвары. Вниз он мне не дал своими юнитами пройти, а вверх я не могу пройти. Вот видите, варвары тут мешаются. Так что вообще, конечно, важно не давать сопернику исследовать как можно дольше. Но я самое главное его столицу открыл, а дальше уже как получится территорию исследовать. Еще 3 хода плюс вперед. Вот у меня уже 3-й поселенец, и я его поведу вот, видите, там, где хрюшки правее и ниже столицы. Все свои города я размещаю на берегу. Это, кстати, берег на самом деле очень выгодное местоположение, потому что всегда дает золото и еду после маяка. Так что, если есть возможность, я не боюсь атаки с моря, так как у моего соперника столица не на море. А, да, я же вам забыл сказать. Мой соперник пошел по традиции. То есть я иду по воле, а он по традиции. Так что вот как раз сейчас будет столкновение 2 идеологий в дуэли, и вы увидите, как это.
Ну, вот он тут своим копейщиком исследует. Я, к сожалению, скаутами не могу ему сильно мешать, ну, уничтожить. Я просто стою рядом с его копейщиком, не давая пройти. Он еще лучников подвел, пытается у меня тут побезобразничать. А я вот, похоже, копейщика своего потерял. Это мы играем с неагрессивными варварами. То есть, вот смотрите, за, по-моему, за 7 ходов варварский домик наплодил еще 3 варваров и гасит меня. Еще плюс 9 ходов, ничего особенно интересного не происходит. Ну, вот я вот тут скаутом исследую его территорию, он пытается его убить. Ну, я воюю с варварами. Его юнитов я прогнал со своей территории. У меня уже 3 города. И я достраиваю пирамиды. Обратите внимание, я как и в прошлой игре строил пирамиды, и в этой строю пирамиды. Я вам еще хочу обратить внимание на эти чудеса. Пирамиды чем хороши? Как бы немножко донести мысль этой стратегии. В чем она? Вообще, когда ты играешь через расселение, чудеса не строят. Ну, вообще, вы же помните, я же сторонник не строительства чудес в начале игры. Но, во-первых, такая карта, где я не могу сразу добраться до соперника. То есть мне надо будет Сидней брать, это во-первых. Во-вторых, мне нужны рабочие, которые будут очень быстро строить улучшения. Так как мой соперник играет через традицию, у него там будет много еды, плюс у него Голландия, которая может польдеры построить. Да, смотрите, я сейчас скаутом захватываю рабочего Венеции. Не для того, чтобы его использовать, я не смогу его довести до своих городов, а я его удалю следующим ходом, просто чтобы его не мог захватить мой соперник. Так вот, мне нужны будут быстрые рабочие, мне их нужно много, вот видите, уже 4. Я их не строил, одного я захватил, по-моему, у Сиднея, одного мне дали с общественного института и 2 вот с пирамид. И благодаря общественному институту и пирамидам у меня сейчас очень быстро будут строиться рабочие. Но второй важный момент, я сейчас буду строить все чудеса, которые дают очки инженеров. А это следующий на очереди Стоунхендж. Конечно, я не сразу его после пирамид буду строить. Сейчас поклепаю несколько лучников и поселенца, наверное, еще одного. Но Стоунхендж я построю. И вот эти два чуда, пирамиды и Стоунхендж, мне довольно скоро дадут великого инженера, которым я опять куплю чудо, которое дает великого инженера и так далее. Поняли мысль, да? То есть у вас будет фабрика по производству великих инженеров. Конечно, ну вот, убил он все-таки моего скаута, там добрался до него. Когда вы играете через волю, вы начинаете отставать по науке, но опережаете по производству. Это производство лучше тратить на юниты. Но так как вы еще будете получать великих инженеров постоянно, а мой соперник наверняка будет строить висячие сады, ну, я вам, точнее, уже сейчас скажу, что он их построит. Он построит висячие сады сначала первым делом, а потом еще великую библиотеку. Ну, это нормальная стратегия для традиции, в принципе. Только в отличие от моего первого соперника, помните, по дуэли, который догадался строить великую библиотеку в самом начале, за что поплатился, тут соперник сильный, он сначала великие сады, а потом уже, увидев, что великая библиотека мне не нужна, сам ее построил. Так вот, будет опережать меня по науке, и многие чудеса будут уводить меня, если он захочет их строить, чисто потому, что первый к ним будет приходить. А вот у меня будут великие инженеры, с которыми я могу пользоваться. Но есть еще один вариант, что стоит великих инженеров не на чудеса опять тратить, а садить в землю. И, возможно, это даже лучший вариант, чем строить ими чудеса. Но тут зависит от ситуации. То есть, понимаете, если вам нужна стена,
Великая стена, она, напомню, тоже дает очков инженеров, то почему вы на него не потратите инженера? Ну, ладно, это все будет дальше, это я вам объясняю, почему я построил пирамиды, и в будущем еще буду строить Стоунхендж. А пока у нас все еще идет, у меня идет расселение, мне надо еще один город поставить, причем я его поставлю между Стамбулом и Эдерне, вот, который у меня там вверху... Вверху слева получается. Чтобы у меня сразу три города могли аккумулировать войска в хорошей близости от Сиднея. И задача, собственно, открыть композитные луки и идти этой армией завоевывать Сидней. Мой соперник, я думаю, понимает, что будет дальше, и Сидней мне завоевать не даст. Еще вперед на 9 ходов. Я вам напоминаю, что мое развитие какое-то, если вам там интересно, что я строю в городах, это в предыдущих двух видео можно посмотреть. Все то же самое. То есть, например, в предыдущем я, правда, только 3 города построил, потому что мне надо было отбиваться от нападения. Здесь больше будет городов, но в принципе то же самое. Какое-то отличие будет дальше, и я вот на нем уже остановлюсь подробнее. Соединяю города дорогами, потому что у меня общественный институт будет, который мне даст счастье за соединение дорогами. Видите, в Стамбуле я уже строю Стоунхендж, при этом он у меня и растет еще. Тут был найден засланец. Это очень неприятная ситуация, когда у вас в тылу находится скаут соперника, ну вообще любое войско соперника, потому что он может неожиданно появиться и разрушить ваше улучшение или захватить рабочего. А ваши войска в это время там на передовой, очень далеко. Вот я основал 4-й город, не посмотрев на... количество культуры. Мне надо было один ход подождать, у меня бы следующим ходом принялся общественный институт, и тогда бы я бурсу основал. А так мне еще придется 3 хода ждать, вместо того, чтобы принять общественный институт. Ну, я уже открыл, слава богу, композитных луков, апгрейдю их и выступаю в сторону Сиднея. Да, еще обратите, наверное, обратили внимание на видео, что у меня рядом с Сиднеем находится мой скаут, который постоянно мониторит обстановку рядом с этим городом для того, чтобы... Ну, я сомневаюсь, что мой соперник пойдет его завоевывать, потому что все-таки традиция требует определенной подготовки перед войной. На 51-м ходу воевать... Скорее, через волю можно. То есть обороняться, конечно, в традиции нормально, но вот прям уже идти завоевывать город-государство вряд ли он будет. Но, тем не менее, скаут у меня там сидит, чтобы не пропустить других лазутчиков, вот как был найден у меня скаут в тылу. Ну и вообще смотреть, что там происходит. Еще 6 ходов вперед. У меня уже построен Стоунхендж. Вот я выбираю пантеон, причем беру опять к продукции бонус. И я уже расположил своих композитных лучников для начала атаки Сиднея. Ну, я так еще посмотрел, какие у меня тут ресурсы вокруг города. Я все-таки продукцию беру, потому что тут нам важно быстро строить юнитов в будущем. Отвожу скаута, чтобы его не обстреливал Сидней, потому что скаутом мы будем брать город потом. И вот начинаю обстреливать этого незащищенного композитного лучника. Нам надо его уничтожить, и у нас на следующем ходу останется только один лучник. Проблема взятия Сиднея в том, что он, видите, на таком узком перешейке, это раз. Во-вторых, он находится на холме, что ему добавляет обороноспособности. И еще плюс к тому, он уже построил стены. Ну, прям все за нас. Все только для того, чтобы нам было легче его завоевывать. Но, тем не менее, наша бравая четверка метких лучников, Атасян, кто там, Портасян, Арамисян и... Д'Артаньянян нападают на Сидней, надеюсь, они его возьмут.
Возможно, вы меня спросите, что армяне делают в армии Турции. Я вам отвечу, что надо, то и делают. В общем, вы видели, вот сейчас я перед концом предыдущего хода заключил мир с городом-государством, и сейчас опять буду объявлять ему войну. Это делается для того, чтобы он во время своего хода не поранил моих юнитов, я следующим ходом мог опять на него нападать. Но, к сожалению, я не убью сейчас этого композитного лучника, мне не хватит сил. Вот я сейчас проверяю демографию. Мой соперник не отстает от меня по армии, кстати. Ну, точнее, отстает, но не сильно. И вообще это можно делать так вот постоянно, каждым ходом заключать мир, то есть понападать, заключать мир, потом опять объявлять войну, чтобы город-государство вас не бомбил, ничего себе вам не делал. О, мой соперник Сидон взял в союзники. Это не очень хорошо. Сидон – это военный город государства, то есть ему будут поставлять военных юнитов. Блин, вот ему везука. У меня тут, понимаешь, два города-государства, которые вообще не в тему мне, причем один на пути, который мне придется брать, а у него там, понимаешь, военный город-государство под боком. Класс, зашибись. Ну, неважно. То есть вот так можно каждый ход заключать мир с городом-государством, чтобы он вас не бомбил. Но вы имеете в виду, что, правда, за счет этого у вас каждый ход будет ухудшаться отношения с другими городами-государствами. Это первое. Второе, вот честно говоря, я это считаю читом. Ну, таким, ну, то есть этим пользуются люди в онлайне, я их не осуждаю. Но я сам этим заниматься не хочу. Я это сделал только, чтобы вам показать, что это возможно. И дальше по игре этого делать не буду. То есть показать, что вот такие штуки тоже делают люди. Ну, дальше будет несколько ходов захвата Сиднея. Вообще, по идее, если мой соперник вменяемый игрок, он должен сейчас прийти и начать мне мешать захватывать Сидней. Потому что Сидней – это единственное, что сдерживает мою армию на пути к его столице. И видите, от его столицы до Сиднея, по-моему, 7 клеток или 6. Нет, 7. Так, не забываем, конечно, строить здания счастья, особенно цирки. Неплохие потом цирки, каменные мастерские, потому что они каменотесные. Они бесплатны в содержании, но и дают зато бонусы. То есть счастье, а каменная мастерская еще и плюс к производству. А нам же юнитов надо строить. Кстати, вот тут этого скаута, который он у меня бегал в тылу, я успел убить. И больше у меня в тылу его войск нету. Так, ну что... Ну, вот эти Сидней обстреливает моего лучника. Ну вот почему и искусственный интеллект компьютера обстреливает лучника, который находится на горе? Вопрос к разработчикам игры. Не кажется ли вам, что надо было обстреливать лучников, которые на равнине, которые больше получат урона? Ну, мне, конечно, никто не ответит. Поэтому, например, в дуэлях часто играют без городов-государств, потому что это дополнительный как бы рандом. Они тупые, их легко взять, и получается, что... Ну, относительно легко, конечно. Мы сейчас на уровне императора, может, стоило божество ставить. То есть они как бы могут помочь какому-то из соперников. Вносят дополнительную случайность в игру. Как видите, у меня во всех городах усиленно строятся композитные луки, невзирая на стоимость содержания, которое у меня уже -2, -3. Но это надо. И, кстати, пока непонятно, как я их буду проводить дальше. Видите, тут очень большая проблема, что даже если я беру Сидней, то у меня всего две клетки. Ну, одна клетка прохода. А вот и подоспели помощь от Голландии Сиднею. Голландец Ван дер Ваарт. Нет, это какой-то футболист. Что я выдумываю? Давайте
Боже, напишите мне в комментариях голландские имена, мне что-то ничего не приходит в голову. Ну, неважно. Армянская бригада лучников пока продолжает делать свое дело на благо Турции. Нет, к сожалению, скаут не сможет нанести достаточно урона композитному луку. И лучше ему не погибать, ему еще город брать. Да, видите, как ему удобно защищать Сидней. Он поставил лучника на холм и сейчас будет меня туда обстреливать. Я бы на его месте еще одного поставил бы. Блин. Очень неудобно. Очень неудобно. Везу-ка моему сопернику, конечно. Ну, еще вы можете подумать, что вот я сейчас обстреливаю город, а мой соперник его возьмет. То есть я там снижу ему хитпоинты города, а он его возьмет. Это будет просто классно, если он так сделает на самом деле. Потому что мне не нужен большой город, вот этот взятый Сидней, я все равно его сделаю марионеткой. Хотя, ну, ладно, это потом решим. А то, что он его возьмет, он наоборот этот город еще больше ослабит, подставит своего юнита туда своим ходом. И я смогу следующим ходом опять же его обстрелять, у него будет намного меньше хитпоинтов, и взять его. У него там уже не будет ни стен, ни каких-то еще защитных сооружений. Поэтому я, например, не боюсь, что он может этот город взять. Это, наоборот, будет, как-то сказать, ну, глупость с его стороны. Он таким образом может юнит потерять. Тем не менее, осада вот Сиднея очень проблематична на данной территории, причем я не могу туда дальше продвинуть своих лучников на лес, вот тот, видите, где олени, потому что у него может быть уже там два лучника, которые его обстреляют, а город-государство его добьет, и я таким образом просто так потеряю юнит. Поэтому мне приходится стоять вот здесь и обстреливать всего тремя лучниками, хотя я мог бы большим числом обстреливать. Кроме того, я боюсь, что как бы мой соперник не требовал дань с других городов государства, я дань потребовать не могу. Такая, ну, в общем, затормозился я на Сиднее. Мне надо было бы его побыстрее брать. Опять немножко вперед, ничего интересного не происходит. Я обстреливаю город, он мне мешает лучниками. Сейчас я успел в 2D своего скаута увести. Полечимся немножко за счет сахара. Ну, я тремя лучниками могу только обстреливать и периодически меняю на свежие выздоровевшие силы. К сожалению, ну вот я смотрю, когда у меня генерал появится, судя по всему, он у меня появится буквально вот сейчас, да. Наконец-то появляется первый генерал, и теперь дело веселее намного пойдет. Но я затормозил. Так, давайте посмотрим, на каком ходу я начал войну. На 59-м году, и уже 6 ходов пытаюсь взять Сидней. Долговато. По-хорошему, вообще по-хорошему надо за 2-3 хода брать и дальше катиться волной. А так, во-первых, мой соперник видит, что я захватываю его город, и он уже успел там подготовиться, то есть уже строит юниты, что не очень хорошо. Во-вторых, я сам останавливаюсь. Видите, я строю юниты, которые у меня требуют содержания, и они не работают, то есть не уничтожают моего соперника. А в данном случае даже соперник не Сидней, а Голландия. Видите, моего композитного лучника мой соперник обстреливает, гад. Ненавижу его за это. Ну, продолжаем пытаться захватить Сидней. Еще чуть-чуть вперед. Видите, мой соперник выдвинул меткого лучника вперед. Он, видимо, решил посмотреть, как тут дела. Ну, думаю, здесь он его и потеряет. Если я, конечно, успею его обстрелять. А, успел. Ну, он, видите, зачем-то в навал пошел. Я думаю, это ошибка с его стороны. Ну, он может и уничтожить сейчас вот этого моего
одного меткого лучника, но при этом двух потеряет. Зачем ему это надо? Ну, он, конечно, отсрочит падение Сиднея, само собой, но когда ты играешь через традицию, терять юнитов очень не рекомендую. Это я еще могу терять, потому что я через волю, у меня все равно минус 8 содержания, вы сами видите. То есть я как бы теряю, у меня все равно все везде строят юнитов, и потеря юнита не так критична. У меня даже, может, чуть экономика вздохнет. То есть в пятой циве, вот, чем хорошо, что этот юнит на одну клетку всегда. И поэтому не надо клепать стыки огромных армий и навалом идти. И все равно вы, построив... Вот я не могу по этому перешейку в три клетки огромной армии пройти. Мне надо решать логическую задачу. И вот это в этом кайф. Это прикольно. Мне сейчас надо решить эту логическую задачу, провести юнитов, которые нельзя на одну клетку больше одного юнита ставить, и нападать на соперника. А соперник решает логистическую задачу, как меньшим количеством юнитов защититься от меня. То есть мы оба получаем удовольствие. Успел я убрать? Не успел. Не успел, да? Что-то не... Да, не успел. Непонятно. Ну, видите, считайте, что я отдал одного меткого лучника за двух соперника. Меня этот размен очень устраивает. У него вон катапульта есть. Он не знает, зачем он идет. Неужели он хочет Сидней захватить? Ну, странное, как я вам уже объяснял, желание. В общем, как я считаю, в данном случае мой соперник допустил тактическую ошибку, подставив двух своих композитных луков, и мне будет взять Сидней проще. Еще чуть вперед, видите, я тут уже навалом пошел. К сожалению, вот теряю своего этого меткого лучника. А вообще, правильно подставлять под удар тех юнитов, которые должны проапгрейдиться в ближайший момент. То есть вот он меня сейчас, получается, три раза меня обстреливали, один раз Сидней, два раза его лучника, и я мог в любой из этих моментов сделать апгрейд. Ну, то есть вылечиться своим лучником, и я бы его не потерял. Это вам на будущее. Так, но мне пока не хватает взять город. Причем мне еще некуда пройти своим скаутом. Поэтому взятие Сиднея откладывается на следующий ход. Итак, я начал войну на 59-м ходу и возьму его на 70-м. 11 ходов – это очень долго. Мой соперник грамотно воспользовался расположением Сиднея и малыми силами, буквально всего двумя композитными лучниками, мог сдерживать мое нападение. То есть я не мог использовать слишком большие силы для того, чтобы нападать на Сидней, потому что он их обстреливал и уничтожал бы. Так, ну пора брать Сидней. А, видите, мой соперник стал скаута обстреливать, но уже поздно. Это надо было делать на прошлом ходу уже, а не лучника моего убивать. Ну, я смогу взять город и с таким скаутом. Я вам напомню, что если у города вообще нету хитпоинтов, то он берется любым юнитом, даже если у того юнита... вообще нету очков жизни. Так что, видите, вот без проблем Сидней... Ну, без проблем, что я говорю, без каких проблем. С огромными проблемами Сидней все-таки взят. И дальше путь в Голландию лежит. С закрытия ветки воли я беру генерала, уже не ученого, как в прошлой игре, а генерала, потому что... Ни у моего соперника, ни у меня нету никаких бонусов к рождению генералов, и тут важно, чтобы генералов было больше, чем у соперника. Ну и, как вы сами понимаете, дальше по общественным институтам я пойду по чести. Пойду в честь. Никаких там рационализма или коммерции, не дай бог. Только честь, только хардкор, только война. Нам предстоит взять
Амстердам. Кроме того, я думаю, что надо еще и город поставить под Амстердамом, потому что Сиднея, конечно, и близко, но не так близко, как хотелось бы. Но, кроме того, нам надо решить проблему прохода. Вот тут, видите, эта гора стоит очень классно для моего соперника. Ну, просто, просто замечательно. Холмы вот эти, гора, то есть... Лучше придумать место для защиты от моего нападения невозможно. Всего 3 клетки, проход, горы. Ну, сказка. То есть все сделано для того, чтобы я не мог до своего соперника добраться. И вот, Костя, вот эта позиция, то, что он пошел по традиции, это, естественно, лучший выбор был бы, чем... Я вот говорю, что воля, конечно, хороша, но вот в данном случае у него есть время, чтобы подготовиться для того, чтобы отбиться от меня. Я всего лишь 71-й ход. Я еще, кстати, до него не дошел. Вот, то, что я взял Сидней, это еще ничего не значит. Впереди еще трудный путь, как добраться до его столицы. Так что... Дальше будет интереснее. Ну, как всегда, наш любимый прием — переключиться в 2D, чтобы быстрее можно было нападать на соперника. Ведь он успел вылечить своего. Некуда мне поставить юниты. Все проблема, поэтому я усилен быстро перекидываю сюда рабочих, строю дороги как можно быстрее. Вот Сиднея по этим буеракам. И расставляю юнитов хоть как-нибудь, чтобы они могли пройти. Слава богу, у меня рабочие строят дороги за один ход. То есть вот прям я нажал, и они уже построили. И это намного упрощает жизнь. Поэтому пирамиды очень в данной стратегии очень неплохая. Сейчас я смотрю, куда город ставить. И вот сюда, вот видите, где коровы. Я вам показываю мышкой. Вот сюда я планирую поставить город. Поэтому надо... я уже закончил. Видите, как у меня все быстро. Уже построен поселенец, и вот надо его провести. То есть я сейчас буду от Сиднея вот туда выше горы строить дорогу, чтобы мгновенно за один ход перекинуть на эти коровы своего поселенца и поставить там город. Пока же, видите, тут моим юнитом вообще не развернуться, я не могу его даже никуда передвинуть, потому что все клетки заняты, по горам только одна клетка передвижения. В общем, фигня. Ну и, как видите, уже армянский полк метких лучников пополнился. Тут много других новобранцев. Петросян, Аганесян и прочее. На тот случай, если среди моих зрителей вдруг есть армяне, и их почему-то может оскорбить то, что я вот записываю их в турецкую армию. Ну, кто не знает историю, я напомню, что Турция долгое время была... Армения была долгое время в составе Турецкой империи, и очень много армян жило на территории Турецкой империи, и считается, что во время Первой мировой войны произошел геноцид армян турками, причем турки это отрицают, считают, что никакого геноцида не было, а мировое сообщество считает, что был. Лично я тоже считаю, что геноцид был, как и Холокост, собственно. Хотя сейчас почему-то тоже много людей выступает за то, что Холокоста не было каким-то образом. О, смотрите, у моего соперника уже арбалеты имеются. Как он резко пошел по военной ветке. То есть он явно никаких университетов, ничего, вы что. Он, увидев, какая у меня армия, тоже переключился на военную ветку и, следует, дошел уже до арбалетов. Ну, это не так страшно, как вы можете подумать, потому что он не может их строить в таком количестве, в каком мог бы я. И мне
количества моих метких лучников вполне хватит, чтобы его даже с арбалетами вынести. Другой момент, что мне до него добраться надо. Вы ж, ну, вы посмотрите, ну, вот эта гора, как... Не буду аналогии проводить, ну, не обойти, не объехать, кругом одни холмы. И он может спокойно вот там стоять и просто ловить моих юнитов, которые будут подходить к нему, и он будет их обстреливать. Да, фигня полная. Надо будет сейчас спасать. Я, кстати, морем не могу спастись вот этим юнитом. Ну что, умрет? Нет, успел я его убрать. Потому что не открыто еще у меня там оптика, что там еще надо для того, чтобы юнитов по морю переносить. И вот он там стоит своим этим лучником, я не могу ничего сделать. Так, надо убирать генерала, срочно ставить рабочих и вести дорогу. Пока дорога не будет построена, поселенца я, к сожалению, не могу перевести. Видите, ну, никак я не могу сейчас... даже помешать его юнитов там держать. А он малыми силами может там меня сдерживать. Класс, замечательная карта. Просто все, все в нашу пользу. Но прорвемся, что мы? Что? Что, играть только, когда нам везет? Нет, конечно, это так же интереснее. Решаем трудности. Решаем трудности с Лешей Халецким. Перенесемся на три хода вперед, потому что тут продолжается эта позиционная война. У него там уже штуки три арбалетов есть. Я решил пока, видите, письменность все-таки изучить, чтобы библиотеки можно было поставить. И строю великую стену. Великую стену, во-первых, я строю, во-первых, для очков инженера, а во-вторых, что более лично для меня важно, чтобы она не досталась моему сопернику. И видите, я уже практически построил дорогу, но мне надо вот на тот самый главный холм, который не на моей территории находится, туда быстро как-то перекинуть рабочего и там за один ход построить дорогу. Видите, я перевожу генерала поближе, ну, чтобы в радиусе двух клеток был от моего композитного лучника, который защищает рабочего. Кстати, обратите внимание, что ни он, ни я, мы не пользуемся шифтом. То есть, ну, я, как вы помните, по прошлой игре еще не очень, ну, и не очень привык им пользоваться в играх с русскоязычными игроками. И, в принципе, вот так вот среди игроков мы с ним никак не договаривались. Просто он видит, что я shift не использую, и он shift не использует. Я вижу, что он shift не использует, то я его не использую. И мы, я могу сразу сказать, что мы до конца так и доиграем. Никто shift-ом не пользовался. Там, скорее всего, мой... композитный лучник сейчас будет убит, но мне важнее успеть... А, и даже будет захвачен рабочий, скорее всего. Но мне тут главное успеть сделать дорогу. Вот сейчас наступил ход, и я не успел сделать дорогу. Какое счастье. Сделаю пока дорогу сюда. Здесь рабочим. Причем мне... мешает пройти, точнее, обстрелять вот арбалеты. Я могу сейчас его обстрелять только двумя лучниками, потому что третьему мешает холм с... Да, вот это я сейчас смотрю, если я перекину, например, вот чуть ниже и левее горы своего генерала и поставить там крепость, потому что у меня уже... появились сомнения, что мне соперник даст провести своего поселенца на то место, куда я запланировал город поставить. Поэтому приходится и такие варианты рассматривать. Ну, сейчас скаутом проверим. Скорее всего, скаута я потеряю, но мне надо видеть, какие тут юниты у него скопились. Видите, он уже дороги тут понастроил, чтобы было удобнее перемещаться.
Ну, это тоже основы войны. Для ведения войны важны дороги. Вот видите, я все думаю, ставить генерала туда на крепость или нет. Ну, давайте, у меня сейчас два генерала, то есть одного я приберег на крепость, а другого... И ставлю крепость. Теперь мне будет намного проще выкуривать его. Видите, отрезал я его от дорог. И к тому же, буквально через несколько ходов у меня закончится строительство великой стены. И ему по моей территории вообще будет муторно ходить очень. Так что вот это важный был марш-бросок к генералам. Ну, у него, видите, арбалеты во всеоружии. Отправим скаута исследовать территорию. А пока я хоть получил хоть какой-то оперативный простор и могу продвинуть войска вперед и лучше их использовать. Тут уже двумя арбалетами ему не обойтись. Надо будет больший массив войск подводить. Ну, библиотеки я изучил для того, чтобы быстрее добраться до арбалетов. Но видите, я пока к мастерским пойду. Я не тороплюсь. Несмотря на то, что у моего соперника уже есть арбалеты, я к ним сразу не бегу. Мне сначала надо мастерские построить, чтобы клепать побыстрее юниты в городах. Кроме того, Forge, я не помню, как это называется, ну, строение, которое еще увеличивает скорость производства юнитов просто. Кузница, по-моему, да? Ее я тоже построю в городах, и у меня будут юниты за 1-2 хода клепаться. Будет просто замечательно. О, великий инженер появился. Очень хорошо. Так. Бедных моих скаутов тут громят. Ну, вот он зря того держит арбалеты моего рабочего. Он 2 хода до конца великой стены. Если я хост, точнее, если я хост, поэтому если следующим ходом он ее не построит, то великая библиотека моя. Так, ну надо. О, у него 1, 2, 3, 4 арбалета уже наклепал, понимаешь. Ничего, все нормально. Мы берем численностью, а не наукой. Это все путем, это все воля. Все нормально. Так, ну надо этого арбалета уничтожать, и у меня будет свободная дорога на все-таки на строительство города. У меня достаточно моих лучников, чтобы его уничтожить. Так, надо выдвигать вот лучника вперед. Пока, видите, поставил рабочего на автомат, потому что пока, к сожалению, нету времени за ними ухаживать. Они несколько ходов он вообще без дела стоял, потому что я не успевал до него добраться. Поэтому в таких случаях можно на автомат ставить. Но вообще стоит его подвести вот к Сиднею правильнее бы было и строить тут дороги продолжать. Сейчас он будет пытаться моего тут композитного лука вынести, который в крепости. Я убрал быстро рабочего. Дорога там уже построена. А, не успел. Надо было менять. Ну, вот сейчас у него есть возможность разрушить крепость, потому что следующим ходом будет построена Великая Библиотека. Правда, он об этом не знает, поэтому я думаю, что он этой возможностью не воспользуется. А нам пока надо уничтожать вот этого арбалета. Он очень мешает мне там.
Напомню, что у нас нам потери юнитов не так страшны, как сопернику. Хотя у него уже, видите, Амстердам до 13 жителей дорос. Да, я вот тут просто подумываю, что может вниз мне город поставить, вот там, где, видите, овцы, вот на место овец именно, чтобы холмы защищали к нему подход. А и для этого мне нужно изучить море, потому что мне никто не даст туда провести просто так юнита, а через море я смог бы проплыть спокойно. Видите, пока я не могу, потому что не открыта оптика. Только после открытия оптики юниты могут плавать. Вот такая странность. До этого в мире цивилизации все люди боятся заходить в море. У них водобоязнь. Вот Великая Стена построена. Больше я никаких чудес строить не буду, только, ну, то есть, только великими инженерами их заканчивать. Ведь я тут жду, чтобы мой соперник начнет его обстреливать. Но почему-то он не обстреливает. Не знаю, о чем думает. Ладно, пока проверим тут скаутом. А вот и второй город. Роттердам. Но я думаю, что как минимум три города у моего соперника есть. А вот мне надо бы побольше городов, конечно. Потому что воля, она для того и сделана, чтобы много городов было, то есть такое расползание. Но видите, чем я занят. То есть, ну, в принципе, счастье-то у меня еще есть. Ну, я уже в минусе в счастье, но не в таком минусе, что вообще никакого производства нет. То есть можно еще как минимум город поставить. Но я, видите, держу на вот этот город, который... Да елки, что ж я за тормоз такой? А, я успел убрать, господи. Все нормально. То есть это я подставляю юнитов, чтобы они там обстреливали из арбалетов его, но не двигались арбалетами на крепость. Сейчас можно, кстати, этого не опасаться, потому что я построил Великую Стену, и им потребуется 2 хода, чтобы до крепости добраться, и 3 хода, чтобы ее разрушить. Так что можно... О, он убрал арбалет. Смотрите, он убрал арбалет с этого холма. Это очень хорошо, надо срочно на тот холм передвигать... Я, кстати, просто этого не замечаю. Вот сейчас я комментирую. А, его там еще и варвары обстреливают, этого арбалетчика несчастного. Ну, в общем, опять немножко вперед. За счет того, что я смог выкурить арбалетчика с этого холма, я наконец-то поставил поселенца куда хотел. Видите, мой соперник сейчас попытается следующим ходом как можно быстрее уничтожить моего меткого лучника и помешать поставить город. И кто окажется быстрее, оказался я. Замечательно. То есть у меня появился плацдарм в тылу моего соперника. Просто великолепное место. Тем более отсюда я смогу грозить еще и Венеции, вот видите, которая выше, и брать с нее дань. А мой соперник не сможет этого делать. И плюс еще вон с варварского поселения денежку небольшую стрясу. Так что очень... О, арбалет еще уничтожил. Очень замечательно. Прям раздолье у нас стало. О, у него коник появился. Это у него коник, кстати, это он его построил для того, чтобы крепость мою разрушить, потому что у нас-то Великая Стена, а коники быстрее ходят, чем арбалеты. И он сможет за один ход добраться до крепости и успеть ее разрушить. Но я не планирую ему позволять это делать. И, видите, теперь у меня есть простор, с которого атаковать. Можно широко расставлять свои юниты. И до Амстердама от моих границ 2 клетки. Все очень хорошо.
Прям лепота. Так, ну что, мой соперник сейчас будет пытаться рабочего, что ли, захватить? А, надо уводить композитного лука. Опять я не успел. Лёша тормоз. В очередной раз я говорю себе. Лёша тормозит. Ну, ничего, зато этот коник обречен. В принципе, размен всадника на композитного лука не очень равнозначный, но так как мой соперник через традицию играет, то ему, я же повторю, потеря любого юнита более критична, чем мне, потому что у меня производство выше, чем у него. Ну вот, рабочий вернулся в родные пенаты. Ну что, успею я арбалета? Блин, нажимаю и... Ну, давай. Готов. Еще и арбалета мы пофигачили. Вот размен всадника и арбалета на меткого лучника очень хороший. Слушайте, ну, может мне уже на Амстердам пойти? Правда, я боюсь ставить своим генералам еще одну крепость, потому что ее сразу обратно отъест генерал соперника. Так, ну давайте засветим, что мы там видим. Блин, это лечение успею вылечить? Не успел, да елки, ну... Вы смотрите, из-за того, что я тормоз, сколько я уже юнитов потерял на ровном месте, можно сказать. А соперник мой варежку не разевает. Он быстро оприходует то, что у меня тут плохо стоит. Так, ну мы вот идем тоже уже к арбалетам. Что это там варвар вылез внезапно из своего логова? Идем к арбалетам. Сейчас попытаемся какого-нибудь арбалета соперника взять. Так, видите, строим мастерскую, а потом кузню в столице, и у нас будут очень быстро строиться юниты там. Во всех остальных городах мы юниты продолжаем строить. Ну что, сможем мы вынести этого арбалета, чтобы генерала захватить, или не сможем? Надо попытаться. Так, еще вот этого подводим. Убрал генерала. Жаль. А, не хватило ходов, ёлки-палки. Этим мы уже выстрелить не смогли. Ну ладно, выдвигаем уже всех. Типа, покажем ему, что у нас тут много-много диких обезьян, которыми планируем направить в сторону Амстердама. Они там будут носиться, бананы хавать. Что-то меня понесло. Два Д и обстреливаем. Успели. Ну, меткого лучника на арбалета заменили. Не страшно. Нормально. Все путем. Вперед на 9 ходов. Все это время шла такая тут позиционная сеча. И он, и я, мы теряли юниты. Я нашел его третий город. Вон, видите, вверху. Гронинген. Но к нему никак не подобраться. Даже если бы я Венецию взял, там всего один проход, одна клетка прохода между горами. Ну вот я открыл, наконец, арбалетов, апгрейдю их, и сейчас начнется следующий этап марлезонского балета. В это время я буду исследовать физику, чтобы построить Нотр-Дам через... великого инженера своего. Видите, тут он просек, что у меня уже появились арбалеты, и попытался их сразу уничтожить. Но не так-то все просто, товарищ. Так, что еще? Я хочу сказать, что вот у меня ошибка была в том, что я не поставил еще один город вот внизу, видите, где овцы и мрамор. Вот на место овец надо было ставить еще один город, о чем я вам до этого уже говорил. Окружать его с двух сторон. У меня был бы намного проще простор к битве. Я не могу объяснить, почему я ничего туда не поставил в итоге. Это просто просчет мой.
Это вообще это из логики игры через волю следует, что у вас много городов, и вам проще, чем сопернику, использовать это, потому что вы городами можете захватывать территорию, на которой ваши юниты будут лечиться. И это дает вам, ну, очень большое преимущество в игре. Поэтому почему я не ставлю там город, хотя до этого я сам хотел туда поставить город, когда мне не давали пройти выше. Я не знаю. О, одного арбалета мне только что уничтожили, похоже. Да. Ну, я в накладе. Нет, не успею. Неужели не успею его уничтожить? Так. Еще моего композитного лука уничтожили. Ну, видите, мой соперник тоже подготовился. Ага, есть мне чем его обстреливать все-таки. Вот раз арбалет. Значит, я одного арбалета на арбалета обменял и еще от композитного лука уничтожили. Ну, неплохой размен. Почему нет? Так вот, надо было там ставить город. Более того, там можно было даже два города поставить, потом еще один ниже. Что я вот зациклился на этом пятачке, я не знаю. Это важный просчет. Это очень важный просчет. То есть тут по клеткам все замечательно выходит. У меня там он устанавливается. Еще и мрамор захватываем. Все-таки ресурс роскоши. Важная штука в игре через волю. Счастье. Так, ну я все-таки решил подставить композитного лука еще один арбалет уничтожить. Все-таки... О, и генерал подоспел. Ну что, можно задуматься и о крепости в сторону Амстердама, как вы думаете? А вот был бы у меня город на месте овец, мне бы проще было крепость поставить. Да, да. Почему я не поставил город? В пятый раз сам себя спрашиваю, и в пятый раз не могу на этот вопрос ответить. Так, сейчас опять... Кто быстрее будет кликать? Так. Он уничтожил композитного лука, я уничтожил арбалет. Замечательный размен, все хорошо. Мне очень нравится такая война. Продолжаем в том же духе. О, у него уже рыцари появились. Ну вот рыцари это уже проблема, потому что... лучники и арбалеты боятся именно рыцарей. Ну что, выдвигаем сюда генерала и ставим крепость? Но, к сожалению, я не смогу ее так поставить, потому что мой генерал потеряет ход из-за того, что будет проходить мимо арбалета. Если бы там арбалета не было, то вот это хорошее место на пшеницу, потому что у меня крепость тогда сразу отъест у голландца два ресурса лошади. Эти вот пшеница и сверху лошадь у него, и там снизу от пшеницы тоже лошадь. Вот там, где арбалет стоит, тоже лошадь. Но как мне туда провести генерала так, чтобы его не уничтожили, это большой вопрос. Надо еще дорогу строить. Он тут рыцарями, я смотрю, запасся. Как всегда, переключаемся в 2D. Как всегда, не вовремя лечения, но в этот раз я успел. Этого не успел спасти. Я тормоз, я потерял обоих метких лучников, хотя мог их спасти. Ну, кстати, вот многим, я знаю, вот именно такое в одновременных ходах не нравится, что, мол, они не успевают пододвинуть юнитов, и человек их убивает. Но вы сами посмотрите, я не успеваю только из-за своего... Опа! Успел поставить крепость. Какое это чудо, тра-ля-ля-ля-ля-ля. И следующим ходом вот этих трех юнитов мы сможем почикать. Несмотря на то, что у соперника силы превосходящие. Вообще, я бы на его месте сейчас генералом... Вот он в Амстердаме сидит.
на месте поставил, перевел генерала на место арбалета и поставил там креп. Точнее, он сейчас прямо не может это сделать. Он этим ходом может генерала передвинуть, но за счет того, что у меня великая стена, ход у генерала закончится. Но он следующим ходом, в начале самого хода, может поставить крепость. Почему нет? Но он, видимо, не торопится. Зачем я сейчас арбалетом обстреливаю катапульту, я не знаю. Надо было арбалета обстреливать. Ну, у меня везде, видите, арбалеты строятся. Точнее, не везде, везде у меня мастерские, а в столице уже мастерская и кузница построены, поэтому там юниты со скоростью звука сейчас будут клепаться. Вот, замечательно работает крепость. Мы уничтожили рыцаря. А он, смотрите, не смог тремя арбалетами и городом уничтожить моего арбалета в крепости. Какая прелесть. А все-таки подвел еще одного арбалета и смог. Жаль. Арбалетчик Терминосян пал смертью храбрых. Придется сообщать семье. Выделим пенсию вдове какую-нибудь. Ну так, чтоб на жизнь хватало, но особо не жировало, правильно? Так ведь у нас в стране поступают с ветеранами всякой Чечни, Афганистана и их вдовами. Хотя у нас, наверное, и вдовам даже ничего, никакой там единоразовую какую-нибудь компенсацию выделили. Или матерям этих парней. Ну, ладно, что-то я в политику вдаюсь. Продолжаем. Турция продолжает осаждать Голландию. Так, следующий ход. Ну, тут что-то без присмотра арбалет оставлен. Ну, убьем, ладно. Раз он голландцам не нужен, может, это какой-то предатель, знаете, его специально в штрафбат, и чтобы он первым шел вперед. Ну, правда, как-то он бессмысленно погиб, даже не отстреливался вообще. Такой депрессивный арбалетчик был, видимо. Типа, мне опостылила эта война, эти убийства бессмысленные. Убейте, убейте меня, не хочу это видеть. Ну, нам такие в войне не нужны, даже в стане соперника. Нам нужны позитивно мыслящие, умирающие с улыбкой, прославляющие своего... Слушайте, я не знаю, у нас что, монархия сейчас? Традиция? Какой общественный строй? Ну, республика принята в воле. Ну, ладно, консула. Предположим, парламент прославляющий. Ага, вот у нас скаут появился. Так, интересно, он скаутом планирует, что ли, взять крепость? Но все равно скаут же ходит... Все равно он будет по одной клетке ходить. То есть ему все равно три хода аж надо, чтобы крепость разрушить. Ну, не знаю. Не знаю. Но, видите, я пока собираю силы в кулак. Вот тут подвожу свои арбалеты. У меня недостаточно сил, чтобы начать... осаждать. Ну, хорошо, подвел ты скаута. Ну, я его сейчас уничтожу. Так, что, может, он забыл, что у меня великая крепость? Все, я понял. Видите, какая прекрасная задумка. Вот вам пример человека, который очень хорошо знает все тонкости. Он подставил специально скаута, то есть самого дешевого юнита там построил специально для того, чтобы его подставить. Вот, под мой удар я на это купился, обстрелял. Ну, как купился? Я его не мог не обстрелять, потому что если я его не обстреляю, скаут следующим ходом разрушит крепость, и все на этом, как бы, получается, он все равно достигнет своей цели. Но он отвлек внимание моих стрелков на себя, а в это время своим рыцарем человек... Китаец GQL Radio поставил рыцаря на мою крепость и следующим ходом ее разрушит. Замечательный тактический ход, замечательная тактическая мысль. С таким противником приятно играть. Он ставит задачи.
которые приходится решать. Я, видите, подвел рабочего туда, чтобы починить сразу же этим ходом крепость. Вот сейчас мой соперник ее разрушит. А, смотрите, что он сделал. Он подвел генерала. Он хочет разрушить крепость и следующим, даже может не разрушить, а следующим ходом поставить свое, это точно. Ну что, ставит? Ставит, нет? Да, ставит крепость. Но у меня есть ход ушами и ответочка. И все крепости мои. Более того, сейчас мой рабочий починит вот эту крепость. Правда, вот проблема, что я его защитил только композитным луком. Видимо, он сейчас падет смертью храбрых. Но все четыре крепости мои. Какое счастье. Так, этот арбалет следующим ходом умрет, потому что его обстреляют мои крепости. Ну, прям все вообще в шоколаде у меня, вы смотрите. Единственное, что, конечно, я хотел крепость прямо под Амстердам я поставить, но... О, у него генерал. Очень интересно. А почему у него больше генералов, чем у меня? Что-то я не понял. Что-то странно. По идее... Нет, у него не больше. Я же трех использовал уже генералов. Я трех генералов использовал, а он только одного. Понятно. Все понятно. И он, судя по всему... Ну, видите, по демографии все как и должно быть. Я его опережаю по продукции, он меня опережает по населению. Ну и, естественно, по науке тоже. Да, что-то я тут профукал с генералами, как-то я вот это не сообразил. И думаю, что он еще и в честь идет. Ну, то есть... Не знаю, вот, а зачем он... Я бы на его месте, конечно... Ну, это не потерянный рабочий, это фиг с ним. Я бы на его месте вот сейчас как раз отхватывал генералам... Вот те две мои крепости, то есть ему прямо под городом можно поставить. С другой стороны, вот если обойти с левого фланга и поставить вот... вот он захватил уже вот то, что я и говорил. Ну, такой статус-кво как бы встал. У меня, конечно, стал... У меня две крепости, у него три. То есть у него нормальная защита своей столицы, но... Продолжаем. Вперед на 4 хода. Продолжается та же позиционная война. Он теряет юнитов, я теряю, но у него уже генерал опять появился. Я просто офигею от его количества генералов. Я все-таки одного генерала зря потратил. Вот сейчас я это понимаю. То есть не надо было вторую крепость ставить. Не совсем удачно. Надо было город вот там, где овцы. Вот там надо было город. Вот первую крепость я правильно поставил. Она хорошо отъела территорию, позволила мне выбраться на оперативный простор, откуда мы начали грозить голландцу. И надо было город ставить в районе овец. А то, что я стал тратить генералов на... Ну, я что-то почувствовал, видите, близость Амстердама. И вот сейчас будет интересный момент. Я просто знаю. Я в начале, по-моему... Не, в конце прошлого хода посмотрел на демографию и думаю... У меня где-то, по-моему, раза в три больше... было по силе войска. Думаю, ну надо навал устроить. Надо ему тут пошебуршить. И вот смотрите. Во-первых, надо было этого арбалетчика ставить на его еще целую крепость. Почему я арбалетчиков поставил вокруг его крепости, я не знаю. Это какой-то идиотизм. Он уже успел туда подвести рыцаря,
И давайте посчитаем, скольких я. Раз арбалетчик, два арбалетчик, двух арбалетчиков теряю на ровном месте и ничего за счет этого не выигрываю. То есть я выдвинул арбалетчиков, чтобы их потерять. Это вообще вменяемый ход с моей стороны? Вот как вы думаете? Это полностью неподготовленная атака вообще никак. Мало того, что неподготовленная, так она еще проведена бездарно мной. То есть хотя бы крепость бы разрушил, хотя бы. Но нет, вообще ничего не получил. Класс. И потерял двух арбалетчиков, два покоцанных вернулись еще обратно, то есть их еще лечить надо будет. Замечательно. Опять прыжок вперед, мой соперник успешно защищается. О, великий торговец в Сиднее родился причем. Интересно, то есть, видите, в городах-государствах рождаются великие люди за счет чего-то. Не знаю, за счет чего, наверное, у него там губернатор ставит, он же у меня марионетка. Вот, между прочим, это еще одна из ошибок моих. Сиднее не надо было делать марионеткой, а тоже обычным городом и клепать в нем юниты. То есть, что-то я вообще об этом забыл. Ну, используем великого торговца, чтобы он нам денег дал. Кстати, я совсем про религию забыл вам рассказать. Я взял верования основателя, которые дают плюс 100 золота за каждый обращенный город, и верования последователей к молоткам, плюс там 15% к молоткам. А следующее еще укрепление веры не было. Так, что это он тут пришел своим арбалетом не вовремя? Ну, с большим удовольствием уничтожим его, что ж сделать. Это я вот коника подвел в надежде им захватывать Амстердам. Наверное, самонадеянно. Коник тоже убился. Жаль. Ну, видите, у нас по генералу уже опять равновесие. Знаете что, он сейчас туда генерала поставит и крепость поставит. И отъест мои две крепости. Ой, я дурак. Надо было там юнитов держать. Это очень грубый просчет. Это я очень дурак. Ну, сейчас я судорожно что-то пытаюсь тут сделать. Нет слов. Так как это вот такое можно просмотреть вообще? Такое классное место. Там прям видно, что вот дырочка такая. Засовывай той генерала и ставь крепость. И все, уже шесть его всех, все шесть крепостей его. Класс. Гений. Гений тактики. Леша гений тактики. Причем, понимаете, у меня вот нету чувства, что... Ну, у меня, конечно, сильный соперник, да, но у меня вот нету чувства, что он меня обыгрывает. У меня чувство, что это я дебил такой. Только вы не подумайте, что я сейчас принижаю как-то своего соперника. Он очень просто приятно играть с вменяемым человеком, который четко видит все слабости и их использует. Все правильно. Ну что, как порекомендуете мне из этой ситуации выбираться? Да, сейчас у меня уже вся надежда на янычар. Надо быстрее к ним идти, открывать. Вот сейчас у меня тут вообще грозит убийство всей моей армии. Смотрите, как он меня обложил. Но, слава богу, рыцарь у него один, если бы у него тут больше было рыцарей, а не арбалетов, мне пришлось бы туго. Но я сейчас одного арбалета смогу вылечить за счет крепости. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, успел. Обстреливаем.
Блин, беда вообще. Ой, как я этого генерала просмотрел. Что ж за фигня-то такая? Беда, беда. Но я сейчас не хочу комментировать, вот что происходит на экране. По-моему, тут все понятно без слов на данный момент. Хорошо, мои города не останавливаются в производстве. А, я ж еще умный такой. Вот вы посмотрите, помните, у меня была дорога вокруг этой горы? Так я рабочим убрал эту дорогу. Вот поэтому у меня сейчас Конья к Сиднею дорогой не присоединена. Убрал дорогу, чтобы меньше золота тратилось на нее. Это, ну, во время какого-то из затишей. Типа, сэкономил офигенно. Вот сейчас расхлебываю итоги этой экономии, что мне некуда юнитов поставить. Приходится на эти холмы, где дороги никакой нету. Ай. Ну, пытаюсь хоть как-то тут армию эту спасти. Все уже передвинуто. Это был замечательный маневр моего соперника, конечно. Да, двух арбалетов как не бывало. Я хоть одного смог в ответочку. Нет, тоже двух. Ну, чё, пока равноценный размен. Как-то он не смог воспользоваться ситуацией, обратите внимание. Не так все плохо оказалось. Нет, 2-3. Уже неравноценный. Так, ну надо, видимо, как-то добраться вот до той еще не разрушенной ее крепости. Ее разрушить. Но я ведь сейчас расстроен, честно говоря, своим просчетом очередным в этой игре. Тактические просчеты. Ну, зато вы видите, как не надо играть. Что не надо делать и как надо внимательно следить. Вообще, вот у меня вот эта ситуация с крепостями вообще всегда вот... После выхода аддона, когда стали использовать тактику отъедания генералами крепостей, чем-то, знаете, такое напоминает Тетрис. То есть надо сообразить, куда поставить генерала так, чтобы четко, ну, как можно больше крепостей захватить и при этом еще и не подставить. То есть такая очередная мини-игра в игре. Отдельная. Ну, как видите, в ней мой соперник больше преуспел, чем я. Ну, блин, ну давай... О, боже, что ж я за тормоз такой. Успел все-таки разрушить эту крепость. Да. Хоть так. Но он, видите, встал сразу на нее в попытке, видимо, попытаться ее разрушить, но я ему не дам. Сейчас будет его лучник уничтожен, и мы вперед выдвинемся. Ну, все не так уж плохо, кстати. Вот в этой заварушке, по-моему, я потерял столько же юнитов, как и мой соперник. То есть он не смог извлечь из этой ситуации максимум бонусов. Я уж думал, честно говоря, что... Моя армия будет вся разбита, а он не потеряет ни одного юнита. Ну, все не так уж плохо. Но, вот, понимаете, он отодвинул от своей столицы мою границу. Я даже не знаю, куда мне теперь ставить. Ну, вот, знаете, вот видите, вот там, где лошади... Вот сейчас свободная территория. Вот там, туда можно было бы поставить. Это я сейчас подумал Сидней аннексировать.
купил рабочего за денежку, чтобы восстанавливать вот эти сейчас крепости мной захваченные. Да. Этому арбалету, видимо, хана. Жалко. А ведь вы помните наших славных четырех арбалетчиков Атасяна, Арамисяна, Портасяна и Д'Артаньяняна? И они же уже давным-давно погибли, к сожалению. Нету ветеранов, все новые и новые. Не арбалетчиков, точнее, еще четыре метких лука было, да. Эх. Ну, про них один из моих писателей, Магомед Дюма Оглы, написал роман. Ну, он такой приключенческий, правда. Там мало исторической правды. Но все-таки стал популярным, да, и зачитывают, даже в Голландии его читают. Так что помнят, помнят народ этих четырех славных лучников. Но вот их последователи как-то так... Ну что, смогем, добьем мы лыцаря. Давай, передвигаемся сюда. А, не хватит ходов, черт. Похоже, рыцарь останется... Нет, не останется же. Блин, куда ты убег... Блин, не убегай от меня, рыцарь. Блин, смог рыцаря убрать? Гадкий человек. Вот ненавижу таких людей, которые убирают из-под моего удара своих юнитов. Что-то в этом есть неправильное. Несправедливое. С другой стороны, голландец же не виноват, что я тормоз. Он не обязан быть тоже тормозом, если его соперник тормоз. Кто-то, ну, у меня уже родился великий пророк. Ну, у меня... Сейчас вот я возьму верование... последователей, ну, естественно, быстрое распространение, а вторым возьму, пожалуй, плюс счастье от боже, все из головы вылетает, от святилищ. Меня, наверное, многие спросят, почему я не беру там плюс к лечению, плюс к силе войск рядом с городами, потому что у меня не распространились еще религия на те города, рядом с которыми я воюю. И оно не будет работать в данный момент. Мне важнее вот то, что мне будет работать. Те верования, которые будут работать. Ну, вообще, как бы, религия медленновато у меня распространяется, к сожалению. Я на нее... больше возлагал надежд. Но вот я сейчас второй по производству, но только потому, что я переключился на рост городов и не вижу, что у меня минус населения. Уже давно надо обратно переключаться. Но тут опять начинается это такая пассивные тактические перестрелки. Он меня не может выкурить с этих мест. Я не могу создать такой кулак, чтобы напасть на него. Я вот жду сейчас прихода янычар, и тогда, возможно, я создам кулак, который поможет мне захватить наконец-то Амстердам. Видите, я вон рабочим там сверху строю дорогу от Коньи к Сиднею, которую я своей же дуростью сам уничтожил перед этим. Приходится вот фигней заниматься. Смотрите-ка, а у моего соперника уже мушкетеры появились, а мне до янычара еще только 7 ходов.
У него мушкетеры уже есть. О, не мушкетеры, как аркебузиры они тут называются. Мушкетеры же только у французов, по-моему. Ну что ж, надо выдерживать. Кстати, в городах надо переключаться уже на длинные мечи тогда, видимо, которые потом будем апгрейдить в янычар. А янычары, напомню, зверюги, они при уничтожении вражеского юнита полностью вылечиваются. Прикиньте. Это ж такая сила, что сметет и не заметит. Ну, естественно, никто не пожалел моего арбалетика несчастного. Ну, как видите, арбалеты без проблем уничтожают аркебузиров. Да, аркебузиров. Блин, он успевает, главное, своих юнитов отводить. Я не успеваю. Печалька. Но тут у меня, к сожалению, закончится сейчас место на диске. Оп. И мы договорились сделать сейв. И это уже игра на следующий день. Продолжение. Ну, тут буквально один ход пропущен из-за того, что места на диске не было. Следующий день. Я тут накопил арбалетов. Жду появления аркебузиров и генерала. Буквально вот-вот у меня должен генерал появиться. И предприму очередной штурм неприятеля. Пока, как видите, мы все продолжаем... Блин, я все продолжаю подставлять своих юнитов на ровном месте. Ну, напомню, вот как я гейтар в прошлой игре использовал против метких лучников русских, так и в этой игре мой соперник замечательно использует... А в более дальнем городе вы не могли мне генерала родить? Почему он не родился в Конье? Почему он в Эдерне, блин, рождается? Так вот, так в этой игре мой соперник использует рыцарей против арбалетов. Против всех стреляющих лучников лучше всего использовать юниты, которые передвигаются на большое количество клеток. Но, тем не менее, это не мешает мне его рыцарей уничтожать за счет более широкой линии обстрела. Ну, то есть у меня широко располагаются мои арбалетчики, я могу их замечательно использовать. Ну и тут у меня подкрепление всегда имеется. А еще я решил одного из своих арбалетчиков самоубить. Вот поставил на обстрел аж двух крепостей, ну, успел одну уничтожить. Почему нет? И... будет проще вот вылечить, починить мою крепость. Вот эту, да. Чиним. Все замечательно. И обстреливаем соперника. Так, мои три крепости починены. У него только две. Свои города переключаем на производство длинных мечей. Опять немножко вперед перенесусь. Здесь я решил устроить штурм. Решил не дожидаться янычар почему-то и поставить генерала генералом крепость. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Мне ж в этой игре все удается. Дело в том, что я, не подумав, передвинул генерала вот на это место, в котором вы сейчас его видите, не подумав, что ему не хватит ходов для передвижения. Зашибись. Мой соперник смог уничтожить генерала, и это фейл.
Это тотальный фейл. Ну, я в свое оправдание могу сказать, что это мы же после сейва продолжаем играть. И я был немного, ну, как бы в мыслях вообще о другом, о делах дня. Это уже вечером мы играем, в 10 вечера. И что-то расслабился уже. А никогда нельзя терять концентрацию в игре. И вообще желательно без сейвов играть на самом деле. И тут, как всегда, начинается потеря моих юнитов. Ну, еще один скачок вперед, когда я открыл Янычар, на которых я очень рассчитывал. У меня тут уже подготовлены длинные мечи, которых я и апгрейдю в Янычар. Как видите, ситуация на поле боя не изменилась никак. Хотя я уже потерял генерала на ровном месте. Но я все еще удерживаю этот плацдарм. Но, правда, никаких подвижек для того, чтобы перейти в нападение и захватить столицу неприятеля, не видно. Это больше устраивает его, конечно, чем меня. Ему важно отбиться, что он идет по традиции. Он там развивается. Видите, я включил к сипахам движение. Уничтожил моего арбалета. Ну, я тут не комментирую, тут, ну, я не очень, как бы, что особенного можно комментировать в боях, то есть свои ошибки я вам рассказываю, как мы действуем, вы сами видите. То есть здесь вот все важное решается именно на поле боя. Разницу в развитии наших империй я вам рассказывал в своих предыдущих видео. То есть на что он рассчитывает, на что я рассчитываю, идя по воле, а он идя по традиции. Сейчас вот посмотрим, как будут действовать янычары, насколько они круты. Так, надо быстро убирать арбалет из-под удара. Сейчас попробуем... Вот. Выставляем анчар. Вот зачем я куда-то увел этого рабочего? Тут надо чинить крепость, а рабочий где-то шляется. Печалька. Вот смотрите, ну, благодаря тому, что я дороги построил, я тут могу быстро перемещаться. И вот видите, следующим ходом я могу янычаром уничтожить вот этого арбалета. И мой янычар вылечится обратно весь. И им будет удобно... Ну, то есть его, может, следующим ходом и убьют, но на это соперник потратит намного больше усилий. То есть очень классно. Итак, мы в ожидании следующего хода, чтобы сразу янычаром уничтожить арбалета, и мы успеваем. Странно, как-то он не вылечился. Значит, мы не успели, и он арбалета убрал. Блин. Эх, блин, еще блин. Еще много-много блин. Еще одного янычара я потерял. Да... Теряю армию только в путь. Не успеваю. Ну, давайте перейдем уже к
к окончанию видео. Видите, мой соперник подвел генерала, которым отъезд еще две мои крепости, у меня останется только одна крепость, и никаких вариантов как-то повернуть назад нету. К сожалению, я проигрываю по науке. Я не смог, я действовал недостаточно тактически грамотно, чтобы завоевать его столицу, и это время сдаваться. Я бы, конечно, еще дальше поиграл, но я вот эту игру мы играем вечером в понедельник. Вот потом озвучиваю я ее и говорю, вот комментарии эти наговариваю ночью с понедельника на вторник. На данный момент у меня здесь 3:30 ночи. Дело в том, что у меня завтра последний рабочий день перед длинными выходными, и я уеду путешествовать на долгое время. И, естественно, никаких видео у меня завтра не будет ни времени, ни возможности ни записывать, ни озвучивать. Поэтому я хочу сейчас на ночь поставить, чтобы это видео рендерилось. Потом его завтра закачать и в пятницу запланировать, то есть он у меня как бы на Ютубе так можно делать, что закачиваешь видео, планируешь его, чтобы оно появилось в пятницу, и вот вы это видео в пятницу увидите. То есть специально для вас, собственно, я так постарался до 3:30 ночи, ведь сижу, озвучиваю. Поэтому играть дальше смысла мне не было, иначе бы это затянулось еще на несколько часов. К сожалению, я не смог взять столицу моего соперника. Это означает проигрыш. При игре через волю невозможность захватить столицу соперника – проигрыш. Потому что дальше он сможет спокойно развиваться. Вся... Сука, кстати, тут крепостей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 крепостей стоит. Вы когда-нибудь видели такое, чтобы 8 крепостей стояло? Ну вот, посмотрите. Ну, я тут пока янычарами успешно действую, но позиция без вариантов для меня. То есть, я тут могу сдерживать его нападение, да. Могу, то есть... У меня есть возможности, но ему, кстати, например, можно и не нападать на меня. У него достаточно крепостей, чтобы я на него не нападал. А он в это время может там удариться в науку, дойти первым до... Да, хотя бы до той же статуи свободы и уже стрелками и пехотой Первой мировой спокойно захватить конью, ее захватить ему легче всего. Ну, артиллерию, конечно, поставит, тут и Сидней пойдет, ну и так постепенно будет захвачена вся Турция. Поэтому продолжать нету смысла. Вот сейчас произойдет окончательный разгром моей группировки в этом месте. Напоминаю, что мое поражение не значит, что я вылетаю из турнира. Он идет по... как так называется-то, боже. Все-таки 3:30 ночи соображать не так весело, как в другое время днем. По системе Double Elimination, то есть, чтобы вылететь из турнира, надо два раза проиграть, поэтому я сейчас опускаюсь в ветку проигравших и там буду играть, но следующий матч будет не скоро. И сыгран не скоро, и записан не скоро, и выложен, имейте в виду. Ну, как всегда, естественно, пишите в комментариях, как вам понравилось видео, стоит ли делать такого рода видео. Да. Ну, то есть я турнир, конечно, доведу до конца, и все из него партии выложу на ваш суд. А вот делать ли дальше подобного рода видео зависит от вас, но я думаю, что будет достаточно этой серии дуэльных видео. Этого вполне достаточно. В общем, скоро я буду признавать свое поражение в чате. Давайте подведем итог этого видео. Мои ошибки.
Я неправильно действовал тактически своими войсками. Надо было накапливать ударную группировку и ими ходить. Я неправильно распорядился своими генералами. Второго генерала не надо было ставить в крепость, и еще одного генерала не надо было просто отдавать сопернику. Я неправильно не поставил город в хорошее место, которое еще с одной стороны от неприятельской столицы, которое еще больше бы напрягало его, и откуда я мог бы тоже вести наступление, а не только с одной стороны. Ну и постоянные тормоза и медленно работающая соображалка. В принципе, к сожалению, конечно, вот посмотрев это видео, те, кто критиковал меня за то, что я критикую традицию в игре, в дуэли, будут говорить, что вот, мы были правы, ты сейчас играл против сильного игрока, который играет традиции, проиграл ему, значит, мы умные, а ты дурак. По-моему, умному человеку очевидно, что выиграла не традиция против воли, а ошибки одного игрока против мастерства другого. И, по моему мнению, если бы мой игрок, мой соперник играл через волю вот в этой игре против меня, он бы победил быстрее. В любом случае, вы слышали Лёшу Халецкого, подписывайтесь на мой канал и играйте в умные игры.